Привет, с вами Вадим МП, и сегодня, наконец-то, у меня исполнилось 10к, ура! Спасибо вам, подписчики Гранта, что мы наконец-то набрали 10к. Спасибо вам огромное. И сегодня буду их праздновать. Спасибо вам огромное. И надеюсь, праздник будет такой же, как и все бомбические. Так, ладно, надо сочные эти. Блин, правда, срать хочется. Так, надо... Блин. Так, вот толчок, и могу посрать. Мррр, скибиди, доп, ест. Да блин, вы бесите уже дурацкие скибиди туалеты. На, блин, получай, дурацкий скибиди туалет, блин. Бесишь уже. Все, надо полностью убрать тебя, и все. Блин, что-то срать перехотелось, ладно, пойду через окно выйду. Фух, блин. Дурацкий скибиди туалет в начале. Стоп, а вы еще кто такие? Мы киберяблоки, и мы пришли, чтобы тебя убить. Ладно, подходи сюда. На, получи, дурацкое киберяблоко. И что ты мне сделаешь? А-а-а! Ты что, окно мне сломал? На, получи, блин. Получайте, блин. Как вы меня уже все достали? Короче. Получайте базукой! Мы тебя убьем. Посмотрим. О, кто еще раз полезет на Вадима МП, получит еще базуки. Вок. Ладно, пойду. И вы еще все здесь пришли. Да, и мы тебя все убьем, Вадим МП. Убьемте его! На, получи. На, скотина. Ну чё, твари, идите сюда. На. Ты чё, ещё жив? На, получи. На, получите. На! Капец, блин. Нормально, блин, дойти даже нельзя. Ай. О, Дрим, привет. Привет, Вадим. Как у тебя дела? Да, блин, да капец. То на меня напал скибиди туалет, то эти, блин, демоны, то кибер-яблоки еще напали. А, ну, капец. Да. А у тебя там как дела? Да ничего, к тебе пошел. О, хорошо, ладно, пошли праздновать уже. А где остальные, кстати? Да они вот уже у стола стоят там. Ждут, пока мы придем. Да, ладно. Блин, опять они. Кто? Опять вы, дурацкий экзе. И да, мы пришли отомстить за господина, поэтому иди сюда. Получай. На. Получай. А, Вадим, помоги. Ну все, как вы меня разозлили. Ну все, вы меня разозлили, вам конец. Получайте. На. Ну все, иди сюда. Помогите! Фух, все. Дрим, сейчас помогу. Отвали, блин. Фух, спасибо, Вадим. Капец, как ты разозлился. Конечно, блин, то эти напали, то эти пришли. Достали. Ладно, пошли уже. Пошли. Черт, отстаньте от меня, дурацкий робот. На! Получай. Ай! Блин, я один не справлюсь с ними. Мелон X55К, мы идем на помощь. Получайте, дурацкие роботы. На! На, получите! Получите! На! Получите! На!
О, спасибо, Вадим МП. Как они меня все достали, дурацкие роботы. Ну что, я пришел уничтожить вас. Получаете. Че, еще один большой брат пришел? Тогда получи. Давай сразимся с тобой. Получай. На, получи, 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 тупой робот. На, знаю, что может сработать этот шприц. Ладно, я пока его задержу, а ты кола в него быстрее. Ну че, робот дурацкий, иди сюда, блин. Получай. Ах, ты ж хочешь меня поджарить? Получай. Получай. Да это будет легко довольно. Просто вколоть в него это шприц. На. На. Ну что? Вадим МП, Вадим МП, иди сюда. Я уже иду. Что со мной происходит? Ну что, теперь ты не такой мощный? Получай. На. Фух, вроде бы с ними уже справились. Да, это было трудно. И да, Вадим, спасибо тебе снова. Да не за что, ладно, быстрее пошлите уже на праздник, а то... Ну, то есть мы будем медленно так идти, еще одни придут кто-то. Мне кажется, уже зомби скоро сюда придут. На, пошлите. Let's go! Какой вкусный стол. Офигеть, даже огромный торт. Ну, блин, где Вадим? И остальные где? Ну, надо подождать, а то не что-то долго. Блин, здесь вкусная пицца. Ладно. Я съем кусочек. Все равно никто не заметит. Ням-н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 ям. Вкусненькая пицца. Да, вкусненькая пицца. Вот жаль, что Вадима долго нету. Да, его долго что-то... Он задерживается. Может, его похитили? Да навряд ли. Если бы... Да, тем более, кто бы его мог похитить? Экзо убили все равно. Да. Может, скибиди туалеты? Да нет. Они все равно слабые. Скажем, вы справились, скибиди туалет. Ну да, все равно. Нам надо ждать Вадима, а то вдруг он не придет. Да придет, придет. Он же знает, что у него уже 10к подписчиков. Он сам вчера смотрел. Да. Поэтому нам надо подождать немного. Блин, ребята, как капец нам еще долго передвигаться. Да, недалеко стол. Это же Вантузмен. Привет, Вантузмен. О, привет, ребята. Че, как там дела с камераменами? Да все нормально. На базу не было нападения. Тем более, они, нам починили уже наконец-то титана камерамена. О, круто. А ты будешь на празднике Вадима МП? Да, буду, конечно. А что, кстати, за праздник? У него наконец-то исполнилось 10к подписчиков. Офигеть. Ну ладно, конечно, приду. Да, Вантузмен, мы тебя ждем. Ладно, Вантузмен, тогда ты с нами пойдешь или у тебя дела? Да нет, я с вами пойду, конечно. Я как раз кого-нибудь ищу, чтобы пойти. А то я просто не знаю, где находится праздник. Где будет праздник. Да вон там, еще неподалеку, нам еще немного пройтись надо. Да, еще немного. Ладно, давайте уже пройдем быстренько. Ладно тогда, let's go. Let's go. Рустам Пенни, догоняй. Догоняй.
Фух, наконец-то мы дошли. Вон там торт. А, стоп, а это кто? Ты кто такой? Я босс анонимусов. И вы готовьтесь к смерти, потому что мы вас всех убьем. В атаку, анонимусы. Черт, нам надо... Черт, нам... Вадим МП, прикрой. Хорошо. Получай, дурацкий босс анонимусов. Этого надо убить. Ты что, офигел своим автоматом? Еще мне что-то говоришь. На, получите, дурацкие анонимусы. Получи. Дрим. Но он из 55к, помогите. Хорошо, получите, дурацкие анонимусы. Получите. Ну все, я вас всех здесь расстреляю, дурацкие анонимусы. Получаете. Получили, дурацкие анонимусы. Фух, ребята, спасибо, что прикрыли, а то у меня нету бессмертия. О, да всегда пожалуйста, ты все равно наш друг. Ладно, пошлите быстрее. Let's go! Let's go! Фух, наконец-то мы пришли. Офигеть, это весь стол! О, наконец-то они пришли! Я даже пиццу не успел съесть. Вадим МП, поздравляем тебя с 10к! Поздравляем, поздравляем! Поздравляем, Вадим МП! Поздравляем, ура! Ребята, спасибо вам огромное! Офигеть, это шаурма! Здесь даже колы, чипсы, гамбургеры! Надо шаурму съесть. Ам-ням-ням-ням-ням. Кто, кстати, шаурму готовил? Это я, дядя Ахмед, готовил. Спасибо, дядя Ахмед. А шаурма очень вкусненькая. Ам-ням-ням-ням-ням-ням. Ладно, что я в гигата версии? Ладно, надо в обычную превращаться. Фух, вроде бы я превратился. Спасибо вам огромное за такой праздник и за такой огромный стол. Блин, жаль, что музона нету. Ребята, стоп. Кто заказывал музон? Мы заказывали. Чё, даже спикермены еще пришли? Да, чё, еще спикермены пришли? О, как раз музон сейчас будет. Ну что, колонка, врубай музон. Юху, музыка, ура! Ура, музочка, музончик. Будем праздновать. Ура! Ура, наконец-то нормальный праздник, ура! Спасибо вам, ребят. И да, подписчики, спасибо вам огромное за 10к. Я так долго к этому стремился, и моя мечта сбылась. Давайте наберем 20к, и у нас будет такой же крутой праздник. Ам-ням-ням-ням-ням-ням. Вкусненько шаурма. Кстати, а где салют? Ура, наконец-то салют, правда, нас чуть не откинуло. Ну круто же, крутой салют. Ура, наконец-то 10к, ура! Слава Вадим МП, слава! Ура, наконец-то он набрал 10к, ура! Вот это, конечно, крутой праздник. Час спустя. О, вот это вчера мы отпраздновали, офигеть. Вот это мы, конечно, выпили много колы. А, я еще так сильно наелся. А. Да дайте пройти, блин, вещи. О. О, и да, подписчики, кстати, спасибо вам огромное. И да, если что, не сдавайтесь и идите дальше к своей цели. Если у вас мало подписчиков, то вы должны дальше не сдаваться и идти дальше к своей цели. Вот я. Я не сдавался, вот, и дальше шел к своей цели и добился. Вот вы также сможете. Я в вас уверен. В полностью я вас уверен, мои дорогие друзья, подписчики. Ладно. Пора идти уже. Кстати, остальных надо встретить. Ладно, пора уже идти вниз. Что там у нас? А, блин. А. Приземлился. Так, идем. Так, надо к остальным идти.
А кто это стучит? Открывайте. А почему у вас такой роботизированный голос? На самом деле... Кто мне стреляет в дверь? Так это вы, роботы, блин, дурацкие. Мы пришли за тобой, чтобы тебя убить. Да фиг вам. Получи. И ты получи, блин, дурацкий робот. Да получи. Вы что стоите, стреляете? Мы стреляем. Да получите вы, блин, дурацкие роботы. На. Да стреляете вы уже. Его пули не берут. Конечно, меня пули не берут, потому что я, блин, бессмертный. Получите, блин. Ты что разлегся? На, на. Ай, блин. Ну все, вы мне надоели. На. На. Получили. На. Ты что, еще живой? На. Блин, у меня здесь столько бардака, ладно, пора идти к остальным. Блин, ну срочно идти. О, там Макдональдс, я вижу, надо идти срочно к нему. То есть туда надо идти. Все, мы пришли. Стоп, вы кто такие? Вы зачем сюда пришли? Проваливайте отсюда, дурацкие роботы. Черт, нет! Черт, пощадите, пожалуйста! Не убивайте меня, пожалуйста! Роботы никого не щадят, получаете. Черт, бежим срочно отсюда! Да, надо бежать! Вы ни за что не убежите. Ай, мой. Черт. Черт, что делать? Ладно, по столу спрячусь. Черт, еле-еле вместился, ладно. Здесь посижу. Все, идите сюда, мы вас всех убьем. Ну все, мы пришли за вами, получаете. Мы будем здесь все крушить, все ломать. Ай, что вам нужно? На, получите. Получи. Ай. Добиваем. Черт, они всех убили, что мне делать? Черт, там роботы добрались, надо срочно всех спасти. Вы меня не ждали? А что? Ну все, иди сюда. Получите, блин, дурацкие роботы. Ну что? Ну что? Теперь он не так уж куш и весело всех убивает. Черт, это же Вадим, надо его убить. Вы когда уже поймете то, что меня не убить? На! Получите, блин, дурацкие роботы. Надо вам бошку проломить. А, блин, я, видимо, не успел никого спасти. Блин, здесь все мертвые лежат. И сидят также. Блин, здесь кто-нибудь есть? Я под столом, я под столом, я под столом, помогите, пожалуйста. А, сломал стол. Спасибо вам огромное, вы меня спасли. Ай, ноги, ай. Что с вашими ногами? Да все нормально. Если бы сломал, пока по столу прятался. Спасибо вам, то, что вы меня спасли. Да нет, что это моя работа спасать всех. Ладно, вы здесь идите, а я пошел пока что. Блин, ну где здесь выйти? Ай. Блин, дурацкая дверь. Ну все, получи, блин. Ай. И кому мне картошку да гримас шейк продавать? Здесь же больше никого нету. Ну и ладно, я сам тогда все это съем. Блин, ух, капец, здесь столько роботов. Черт, а вы еще кто? Мы спецназовцы, и мы как раз создали этих роботов. Но зачем? Чтобы
мы наконец очистили мир от всякого мусора, и как раз от тебя. Получай. Так вот, кто это все создал. Да получите, блин. Дурацкие спецназовцы. Ну стреляйте, идиоты. Стреляйте. Все, получите. Я еле-еле остался в живых. И ты тоже сдохнешь, на. Капец, блин, те. Оказывается, спецназовцы создали этих роботов. Блин, что мне теперь делать? Эти роботы, наверное, везде уже. Я еле успел только Макдональдса еле-еле смог спасти. А остальных я не смог. Надо срочно друзьям идти. Кажется, какая-то заварушка происходит. Ну что, во всем конец? Да, мы вас победим. Получайте! Блин! Ай, блин! Вот это эффективное оружие, кстати. Спикермена, вы меня чуть там не убили. Ой, Вадим, прости. Да ничего, ладно. Главное, с этими проблемами расправились. Кстати, не знаю, что происходит. Почему здесь так много роботов? Да мы сами не знаем. Они здесь напали, и теперь уже они почти всех убили. О, черт. Надеюсь, Вантузмен остался в живых? Да, конечно, он же живой всегда. У него же Вантузы, блин. И он бессмертный как будто. Ну да, это круто. Ладно, спикермены, спасибо вам еще раз. Надеюсь, нас не убьют. Да, самое главное, что мы с этими дурацкими роботами справились. Да. Ладно. Надо срочно найти остальных. Да найдем, не переживай, Вадим. Ай, блин. Ух, ребят, вот это был плотный день, конечно. Столько роботов набежало, блин. Ну ладно, ребята, всем спасибо за просмотр, с вами был Дима П. Конечно, был крутой праздник, 10к, правда, блин, эти роботы набежали. Возможно, мы их уже всех убили, или, возможно, еще остались, но пока что поблизости их нету. Но тоже мы дальше будем продолжать разграбление этих роботов, если они, конечно, не появятся. Ладно, с вами был Дима П, и всем пока!